На освобожденных территориях шла работа не только по восстановлению народного хозяйства, но и вновь возрождалось физкультурно-спортивное движение. На начало 1941 года в Витебской области было учтено 33 тысячи физкультурников. Строились и оборудовались стадионы, спортплощадки, водные и лыжные станции, стрелковые тиры, футбольные поля. Во время войны вся инфраструктура была разрушена. В освобожденных районах молодежь уже с 10 февраля 1944 года начала выходить на соревнования по лыжам. Всего в течение зимы в них приняли участие 510 человек. В мае бегали кросс. Более 1000 молодых людей сдали нормы на значок «Готов к труду и обороне». 28 мая 1944 года состоялись областные соревнования по кроссу. 365 спортсменов, юноши и девушки, принимали участие в беге по пересеченной местности на расстоянии 3000, 1000 и 500 метров. Были установлены и первые послевоенные рекорды. Товарищ Баяндин, например, пробежал 1000 метров за 2 минуты 48 секунд при норме 4 минуты 15 секунд. К сентябрю 1944 года была восстановлена работа 7 физкультурных коллективов в районах. В городе начали работать общества «Смена», «Трудовые резервы», «Динамо», в которых к сентябрю 1944 года числилось 240 спортсменов. Еще один кросс состоялся 29 октября 1944 года в освобожденном Витебске на стадионе. В беге на 1500 метров приняли участие более 200 физкультурников, членов спортивных организаций города. Лучшие результаты показали представители общества «Динамо» и студентки педагогического института. Большой интерес проявляли молодые люди к занятиям автомотоспортом.